Желаю всем до конца бороться, не останавливаясь ни перед чем, лишь победить сильнейший. Среди участников этих соревнований не только ребята, занимающиеся в спортивных секциях, но и те, кто совсем недавно начал обучение плаванию на уроках физкультуры в школьном бассейне. Задача у всех одинаковая – максимально быстро преодолеть дистанцию. Состязания среди учащихся школы номер 221 проходили в двух возрастных категориях. В команду у нас входит 3 девочки, 3 мальчика от каждого класса. У нас идет и личный зачет, и командный. Командные зачеты у нас среди 3-4 классов и среди 5-6. Личные у нас результаты будут подведены один среди девочек и среди мальчиков, среди 3-4 классов и 5-6 классов. Ребята младшей возрастной группы плыли дистанцию 25 метров, старшей 50. Четвероклассник Григорий Клеменов на турнире рассчитывал только на победу. По словам юного спортсмена, он знает, как правильно распределять силы на дистанции и имеет хороший соревновательный опыт. Мой любимый стиль кроль. Я учусь в старом и в новом бассейне. А как давно ты занимаешься плаванием? 4 года. Расскажи, пожалуйста, на какой результат на сегодняшних соревнованиях ты рассчитываешь? На лучший. Соревнования по плаванию среди учащихся школы номер 221 были посвящены пензенскому летчику-космонавту Александру Самокутяеву и Всемирному дню космонавтики. В число победителей турнира в личном зачете вошли Арина Семина, Виктория Банникова, Артем Прозоров и Глеб Головко. Среди команд лидировали сборные 4 А и 5 Б классов. Ребята, показавшие лучшие результаты на дистанциях, получили призы от школьной лиги плавания «Поволжье». Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».